Здравствуйте, вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Михаила Осетрова. 111. Именно столько пермских дворов будет в этом году отремонтировано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В более 60 из них работы по благоустройству уже завершены. В том числе и здесь, во дворе дома номер 4 по улице Подводников. Сейчас специалисты проверяют, насколько качественно они выполнены. Новое асфальтовое покрытие, пешеходные дорожки, бордюры, съезды, благоустроенная детская площадка – все для того, чтобы местные жители чувствовали себя комфортно. Там стыки бортового камня в газонной части не выполнены, сопряжение тротуара с покрытиями неровные, то есть это незначительное. Затраты подрядчику для устранения он взял в короткие сроки, это все исполнить, и после этого будет произведена уже приемка. Сколько сюжетов снимали мы в этом дворе, дома номер 58А по улице 1 Красноармейской. И с заездом были проблемы, и с парковочными карманами, и с пешеходными дорожками. И вот, наконец, в прошлом, 2018 году, в рамках проекта «Жилье и городская среда» этот большой двор отремонтировали. Кто бы мог подумать, что ремонта хватит так ненадолго. Уже этим летом и вода начала скапливаться в некоторых местах после дождей, и асфальт в буквальном смысле раскрошился. Получено заверение, что до 1 сентября дефекты будут устранены, но сегодня мы находимся уже в середине августа, никаких начала работ не производилось. Сейчас мы встретились, чтобы еще раз услышать от подрядной организации все-таки намерение их устранить, данные дефекты, и сроки. До 1 сентября, если он здесь не исправляет ситуацию, то управляющая компания ищет другого подрядчика, который выходит, все исправляет, и потом управляющая компания уже предъявляет старому подрядчику через суд все эти затраты. Совершенно противоположная картина во дворе дома номер 37 по улице Советской Армии. Работы также проводились в прошлом году. Субсидирование было точно таким же. Но качество дорожного покрытия, пешеходных дорожек, благоустройство, как небо и земля по сравнению с предыдущим двором. Здесь так все ухоженно и уютно, что даже уходить не хочется. У нас появилась площадка, также нам качели переустановили, газон появился, цветы, и все стало замечательно. Большое спасибо ТСЖ, ну и кто, конечно, выделял на это деньги, очень классно, просто восторг. У нас двор, наверное, вот здесь вот, ну, если взять окрестные еще дворы, самый классный, самый хороший. ТСЖ в данном случае наглядно показывает, что они следят за тем, что им дали, и вот точно уже, что здесь уже звучало, что 10, 15, 20 лет они это сохранят. Двор дома номер 5 по улице Юрша отремонтирован в этом году. Здесь уже побывала комиссия, которая проверила качество выполненных работ и поставила твердую пятерку. Проезды, тротуары, бордюры – все это прослужит местным жителям далеко не один год. Тем временем представители администрации объезжают и другие объекты, где работы по благоустройству уже завершены. В случае выявления дефектов подрядчику устанавливается срок, в течение которого они должны быть устранены. Мы же на этом заканчиваем свою работу. Свои сообщения передавайте, как всегда, в информационно-справочную службу по телефону 2 630 300. Удачи и до скорых встреч!